русского Александра, кто знает. Песня «Аташки», «Аташок» — это древний город, один из районных центров Тверской губернии. Наверное, самый старый монастырь в Центральной Руси, Борисоглебский, и порядка 50 церквей, то есть совершенно уникальный город. И у кого будет возможность, это обязательно его посетить. Кстати говоря, Таржовский район – это сосредоточение усадеб, в которых часто бывал Пушкин, прославленная семья Бакуниных, усадьба Прибухина, могила Анны Кира, ну, то есть достаточно сказать, что Ленин был Тарасский, усадьба Грузины, Берно знаменитый, то есть все это находится там. Большое лето, как беспечно.